Футболки, майки женские. Так, размер L. Это Италия, категория экстра. Мешки по 25 килограмм. Так, эска. Еще одна майка. Так, тут у нас размер указан M. Пока что-то одни майки идут. Так, тут бирку срезали. Но размер, в принципе, где-то M-ка, L-ка, наверное. Бренд Амисо, размер L указан здесь. Так, Coca-Cola большого размера. Бренд Бершка. New Look 10 указан размер, это в принципе средний размер. Бренд Next. Тоже большого размера. Это Элька. Состав, кстати, хлопок. Тоже Элька. Большой размер. Тейли Вейл М-ка. Хлопок. Так, это тоже хлопок. 36-й. Размер указан здесь, европейский. Так, XS. Бренд Эсмара. Топ. Так, а это S-ка. Хлопок. Здесь тоже хлопок, размер указан XL, большой размер. Так, полиэстер, спортивная майка, размер M. Это Next 10 размера, средний получается где-то размер. Так, это манго, размер S-ка, L-ка. Состав хлопок, размер маленький, эсочка. Так, здесь, по-моему, полиэстер. Или нет, хлопок. Все-таки хлопок, но лучше посмотреть. А, вообще, вискоза. Смешанный состав. Так, эска. Это эсприт, размер XS. Бренд Тейли Вейл, размер XS. Так, здесь элька. Хотя вроде небольшая футболка, но размер указан L. Бренд Бродвей, размер L. Папайя. H&M, M-ка. Бренд New Look, XL, кстати, бренд был Blue 7, Tailey Veil, размер S, спортивная майка, так, тут M-ка. Размеры не такие, по-моему, большие. В основном маленькие и средние идут. XS. Тоже вот, кстати, XS, даже 2XS. Так, New Look 8 размер. New Look 12 размер. Тоже, в принципе, маленькие такие размеры. 12 еще нормально. S-ка. Так, вот тут как будто есть пятно. Да, еле заметное пятно. Вот здесь и вот здесь. Так, бренд Puma. Атмосфера 42-44. Большой размер. Так, снова маленький размер. Эластан. Так, тут, по-моему, Элька. Да, Элька. Маленький размер, примерно S-ка. Так, вот Тейли Вейл, размер S. H&M,
Тоже небольшого размера. Так, здесь S-ка. Nike, спортивная майка. Так, это Next, по-моему. А нет, не Next. Так, Чикория, размер S. Brand Street One. Атмосфера 34-36. Атмосфера 38 размер, указан европейский, то есть 44 российский получается. Это М-ка. Размер, к сожалению, не указан. Так, это S-ка. Размер большой. Так, здесь у нас XS. Снова маленький размер. Так, S-ка. Вот такой вот боди. Давай. Так, H&M, размер S. Тоже, кстати, небольшой размер. Так, Эд Харди. Next, 14 указан размер. В принципе, средний размер, даже большой, можно сказать. 34. То есть 40 российский получается. Это S-ка. Brand TU. 14 размер указан. Папайя. 10 размер. Средненький. Так, это спортивная майка. Далее XS. Brand Oasis. New Look. Десятка. H&M, это серия мама, кстати, размер S, то есть для беременных. Специальная линейка от H&M. Так, вот это тоже у нас H&M, размер M. Brand Next. Next. 12 указан размер. Esprit. Элька. Манго. Эска. Так. С пайетками. Бренд Есика. Размер М. На некоторых футболках присутствуют лески. Скорее всего, там была этикетка, которая была утеряна или сорвана. Размер S. Состояние, в принципе, хорошее. Таких с износом, видимо, износом вещей нет. Тоже вот средний размер здесь идет. Так, это бренд Oliver. Размер маленький. Бренд No Name. Размер М-ка. Это бренд Street One. Средний размер. Так, это Манго. М-ка. Тоже средний размер получается. Так, H&M. S. Бренд Есика. S-ка.
Brand Street One. XL. H&M. Так, здесь у нас 34-й европейский размер. М-ка. Brand Street One. Большой размер. New Look 14-й. Размер указан. Only S-ка. Кстати, вот это женские футболки. Кроме женских есть еще футболки MG. Английские, голландские. Англия категория крем, Голландия экстра идет. Какие-то сняли, какие-то нет. Но они в наличии есть, поэтому если что, пишите. Тоже размер маленький. Эска. Бренд New Look. Так, H&M, размер S. Майк, кстати, маленького размера. Это New Look, 10-й размер указан. Марка Polo, размер XS. Бренд TU, 8-й размер указан. Еще одна майка. К сожалению, размер не указан. New Look 8-й размер. Кстати, если не ошибаюсь, около 200 единиц, по-моему, даже больше получается. 40-й размер, мешки по 25 килограмм. Армани. 40-й размер указан. Тию, 8-й размер. А, еще одна спортивная футболка. Кстати, спортивных что-то не так много в этом мешке. Это Эсприт большого размера. Обычно спорта больше бывает. Так, эска. Тридцать четвертый размер указан, то есть российский получается 46-й. Ай, 40-й. Да, бывают оговорки иногда. Элька. Эска. H&M. H&M размер XS. Так, вот тут бирку срезали, но размер в принципе большой здесь. Так, вот футболка SK хлопок с этикеткой даже. Так, 34-36, атмосфера, английский бренд. Марк Спенсер, но тоже маленького размера. Бренд Джордж. Так, это Топшоп. Размер указан 36-й европейский, то есть 42-й российский получается.
бренд Daily Veil, размер M. Так, еще одна маечка. Армани. Восьмой размер небольшой. Так, здесь 38-40, то есть получается где-то 44-46. Вот про такие лески я и говорил, что, скорее всего, просто этикетку сорвали. Так, 36-38 написано. H&M, размер M. Так, тут без этикетки. Вот она явно мешала. Эсприт, размер L. Next, 10 размер указан. H&M, S-ка. Бренд George. Размер не указан, но большой размер здесь. Так, здесь тоже размер большой. Бренд Gap. H&M S-ка. Так, вот так вот. Ну, тоже размер маленький. H&M S-ка. Молодежный небольшой размер, такие для студенток. Оливер. XS, бренд Nike. Бренд Джордж, большой размер. Том Тейлор М-ка, С-ка, Армани, третья футболка уже Армани, так, это Street One, Том Тейлор, размер S, хотя, по-моему, побольше, чем S, так, это H&M. H&M, как обычно, много. Бренд Амису, размер M. Том Тейлор. Так, вот такая футболка интересная. Это спина. Размер M. Впереди вот такая вот. River Island, размер 14, ML, Гарри Поттер написан 34 размер, не знаю, что за бренд такой Гарри Поттер, XS. Размер ML. Так, бренд Амису, размер S. Здесь, к сожалению, бирки нет. Ну, также размер небольшой. А здесь L-ка уже идет, бренд Амису. H&M, S-ка. Бренд Оливер, примерно М-ка. Пайетки и бисер, по-моему, нет, не бисер. Нет, не бисер, просто шнурки такие, ну.
типа бисера H&M. М-ка. Бренд Street One. Так, осталось совсем чуть-чуть. Так, это майка. Состав полиэстер. River Island 12 размер указан здесь. Так, далее еще одна майка. Правда. А вот все-таки написано The Clock House, размер XS. Я уж хотел сказать, что нет бирки. Так, атмосфера. 46-й европейский размер. Next. Состав хлопок. Так, это Элька. Вот таких больших футболок было не так много. Умбро, спортивная получается футболка. Массимо Дутти, итальянский бренд. М-ка. Бренд New Look. Street One. Так, это, по-моему, Болеро. Джордж. 8-й размер указан. Так, это H&M. И последняя вещь из этого мешка. Майка, и на этом все.